Сейчас мы, в общем-то, подошли к решающему моменту, собственно, к открытию правильной квантовой механики, к переходу от вот этой предварительной и непоследовательной старой квантовой теории, в которой, ну, которая далеко не все объясняла, но кое-что объясняла правильно. Потом был период, вот переходный период догадок, когда люди брали такие вот классически выведенные формулы, а потом просто методом каких-то замен там, производных на конечные разности, пытались угадать правильные формулы. Никаких систематических методов такой замены, конечно, не существовало и не могло существовать, но догадки в целом ряде случаев были вполне успешными. И последний, и, в общем-то, на самом деле очень яркий пример такого рода – это вот теория дисперсии, где были получены правильные формулы, которые потом видоизменять никак не пришлось. Но дальше, вот, значит, Вернер Хайзенберг, он был зимой 24-25 года в Копенгагене у Бора, весной вернулся в Германию, и до того он занимался попытками применить старую квантовую теорию к системам с двумя электронами, которые вроде бы следующие по сложности после атома водорода, то есть к атому гелия, в основном в возбужденных состояниях, и к молекуле водорода. И ничего хорошего из этого не получалось. Ну, то есть как-то что-то качественно похожее на правду получалось, но количественно спектры гелия получались совершенно неправильными. В это время Бор тоже уже объявил, что он не верит вот в такие классические модели, когда для многоэлектронных атомов, когда там оба электрона в гелии движутся по каким-то орбитам, при этом взаимодействуют друг с другом, не только с ядром, но и друг с другом, и что все это можно описывать при помощи вот классической механики плюс дополнительные к ней правила квантования. Вот в это он уже верить перестал, потому что многократно пытались, и ничего хорошего не получалось. Ну и тогда Хайзенберг попытался решать еще другую задачу, именно интенсивности спектральных линий для атома водорода. Но задача просто оказалась весьма сложной математически. По вот этому вот подходу, который назывался улучшение принципа соответствия, надо было сначала все посчитать в классике. В классике надо было просто буквально брать, разлагать в ряд Фурье по времени движение электрона по, ну вот, эллиптическим траекториям в кулоновском поле. По круглой траектории там все просто, там вообще есть одна только частота обращения. А когда это эллиптические траектории, в разных местах электрон имеет разную скорость, то это действительно становится уже весьма громоздкой математической задачей. Ну а потом еще надо было применить следующий шаг, попытаться угадать, а как же руками искорежить полученную классическую формулу, чтобы она была применима не только в пределе больших квантовых чисел, но и при квантовых числах порядка единицы. Он этим довольно заметное время занимался, в конце концов бросил, просто потому что буквально там не мог разложить в ряд Фурье те функции, которые там получались, ну вот, которые следуют из движения в кулоновском поле. И занялся более простой вещью, а именно слабоангармоническим осциллятором. Гармонический осциллятор, как бы, считался уже вещью хорошо известной. Для него правила квантования вроде бы как работали совершенно хорошо, и все это имело огромное количество приложений. Ну, а ангармонический осциллятор делался по теории возмущений. Теория возмущений в классической механике тоже вполне развитая вещь, и ей занимались очень многие, кто занимался небесной механикой, движением планет, спутников планет и так далее, и так далее. Пока вот Вернер Хайзенберг занимался
спектром и переходами между разными энергетическими состояниями в слабоангармоническом осцилляторе по теории возмущений и пытался применить вот такие улучшения, ну, догадки, как в теории дисперсии. И ему пришла в голову здравая мысль, с которой, собственно, все и началось, что так делать не годится. Нельзя для каждой отдельной задачи заново что-то, до чего-то догадываться, как получить правильную квантовую формулу. Нужно догадаться один раз, угадать, ну, вот какие-то основные уравнения новой теории, и дальше, чтобы, исходя из этой теории, каждую частную конкретную задачу можно было решать уже систематически, не прибегая к каким-то угадываниям. Ну и вот этим он и занялся весной 25 года. А в июне у него был сильный приступ того, что называется сенная лихорадка. Это аллергия на пыльцу цветущих растений. То есть у человека бежит из носа, слезятся глаза. Совершенно невозможно в таком виде заниматься какой-то полезной деятельностью. И поэтому он на некоторое время уехал на остров Гельголанд в Северном море. Это вообще в первом приближении просто такой большой камень, на котором ничего не растет и ничего не цветет. Впрочем, деревня там небольшая есть. Поэтому там этой сенной лихорадкой проблем у него не было. Он там пробыл что-то около 10 дней, и все эти 10 дней тщательно считал слабонелинейный осциллятор при помощи вот этих своих новых идей. Значит, в чем состояли эти новые идеи? Что, ну, в таком, что ли, философском введении к этой статье, которую он написал чуть позже, он говорил, что теория должна обсуждать только наблюдаемые величины. То есть, но на самом деле имелась в виду более конкретная вещь. Ненаблюдаемыми величинами объявлялись орбиты электрона в атоме, как там радиус-вектор зависит от времени, но какие у всего этого есть фурье-компоненты, вот, частоты обращения электрона в атоме по орбите, все это объявлялось ненаблюдаемым и подлежало исключению. А наблюдаемые величины должны были описывать, то есть частоты не вращения, не периоды периодического движения по классической механике, а частоты спектральных линий, которые соответствуют разностям энергетических уровней. Вот только они и есть наблюдаемые частоты. И точно так же экспериментально наблюдаются интенсивности спектральных линий, поэтому должна быть некая характеристика, описывающая, насколько охотно, скажем, атом переходит вот из такого состояния вот в такое, а насколько охотно из него же он в какое-то другое. Ну, то есть все эти величины относятся всегда к парам состояний, не к одному стационарному состоянию, а к переходу из начального состояния в конечное. Ну и вот, значит, в соответствии с этой идеологией он, вернувшись с острова Гельголанд, где он проделал все вычисления, вычисления, надо сказать, тогда по теории возмущений даже в первом порядке были исключительно длинными и громоздкими. Но вот вернувшись обратно в Геттинген, он написал статью, не очень большую, отдал ее своему руководителю Максу Борну и сказал: вот тут есть некие новые идеи, посмотрите, считаете ли вы нужным, чтобы это послать в печать, или это все полная ерунда и стоит про все это забыть. А сам он после написания этой статьи уехал куда-то в Баварские Альпы на месяц и при этом сказал, что думать о физике в ближайший месяц он не будет. Уехал, там где-то бродил по горам. На Борна эта статья произвела большое впечатление. Он понял, что это действительно принципиально новая идея, которая может быть, ну вот, решением всех
трудностей. То есть окончательно все это понять было невозможно, потому что применять эту новую теорию было достаточно сложно, в частности, к атому водорода ее еще никто не применял. Но, по крайней мере, это была некая действительно систематическая теория, из которой можно было что-то получать без всяких догадок, последовательно решая задачу. Кстати, он, в смысле Хайзенберг, обсуждал эту идею из Паули. Паули, который обычно очень критически относился к большинству новых идей, как вот к спину электрона, например, как мы обсуждали, но Паули эту идею тоже весьма одобрил, сказал, что это выглядит очень многообещающе. Ну и поэтому Борн, естественно, ее послал в журнал. Ну, а что ли более конкретно, что такие правила соответствия между классическими величинами и величинами вот в этой новой теории, которая, собственно, и есть квантовая механика, выглядела примерно так. Я сейчас тут попробую нарисовать табличку из двух столбцов. Здесь будут классические величины. А здесь будут квантовые, их аналоги. Значит, если в классическом вычислении у нас есть частота обращения, которая зависит от энергии электрона, ну или от номера уровня. Энергия и номер уровня однозначно связаны друг с другом. Если у нас есть какая-то эльтая гармоника этой частоты обращения, то в квантовой механике, по, собственно, еще совсем исходной идее Нильса Бора, по принципу соответствия, этому должна соответствовать частота перехода вот из этого n-ного состояния в состояние n-штрих, где n-штрих есть n минус l. То есть номер гармоники соответствует тому, насколько энергетических уровней мы вниз переходим, которая есть энергия начального состояния минус энергия конечного состояния, деленная на h. Тут все вроде бы понятно. То есть, когда у нас L порядка единицы, а N велико, квантовое рассмотрение должно превращаться в классическое. Ну и действительно, вот эту разность можно заменить на произвольную, умноженную на L. То есть получится эльтая гармоника классической частоты обращения. Значит, Макс Борн. Омега – это осциллятор или атом? Вот это омега, это, ну, пока не важно. То есть мы рассматриваем, ну, скажем так, электрон в каком-нибудь потенциале. Просто какая-то гармоника? Да, да, да. То есть вот это, то есть в каком-то потенциале, где этот электрон находится в связанном состоянии, не улетает на бесконечность. Раз он не улетает на бесконечность, значит, он там движется периодически. У него есть период обращения какой-то. Омега это соответствует вот этому классическому периоду, периодического финитного движения. Вот. Значит, в немножко более общем виде аналогичное, ну вот, правило, как заменять классические формулы на правильные квантовые, сформулировал Макс Борн. И он сказал, что если вы видите какой-то там номер гармоники, условно говоря, на производную какой-то функции по n, то, соответственно, это надо заменять на конечную разность, заменять на f от n минус f от n'. Ну, вот я еще раз говорю, эти правила не систематические. Тут надо всегда было думать, догадываться. Большим мастером этих догадок был вот как раз Крамерс, который при помощи таких догадок и получил свою правильную формулу дисперсии. Ну вот, теперь в классике у нас есть движение, но я как раз рассматриваю одномерный случай сейчас для простоты. То есть вот есть x от t,
которое всегда можно написать в виде ряда Фурье. Можно написать, что это будет сумма по L. Сумма по L всегда будет иметься в виду от минус до плюс бесконечности. XL на E в степени минус и L омега T. Поскольку движение периодическое, то вот это значит, есть вот такой вот ряд Фурье. Ну, здесь можно написать, можно, пожалуй, написать N. То есть это имеется в виду, что электрон в n-ном стационарном состоянии по классике или ну, по квантовой теории, по старой квантовой теории, что то же самое, имеет определенную энергию en, имеет соответствующую частоту омега n, и есть все ее гармоники. Вот тут как раз происходит у Хайзенберга наиболее радикальное отклонение от, от всего, что, собственно, раньше люди знали и делали. Он сказал, что нет такой единой величины, как x от t, как орбита ну, там, в атоме или в каком-то другом потенциале, неважно. А правильные величины – это они соответствуют не одному состоянию, и есть функции от времени, скажем, а они соответствуют двум состояниям. Это x для перехода из n-ного состояния в состояние n', которое зависит от времени, ну, соответственно, с частотой омега для перехода из n в n' на t. Вот так вот. То есть суммировать, сумму тут какую-то писать, просто не имеет смысла. Нет единой величины x, а есть x для перехода из начального состояния номер n в конечное состояние номер n'. Ну, то есть это фактически матрица, но про матрицы Хайзенберг не знал ничего. Это как раз название матричная механика для этой науки появилось несколько позже, естественно. А исходно, ну вот, да, эти величины x для перехода из n' в n, они в каком-то смысле тоже наблюдаемые, не совсем буквально. Но если это, ну вот, электрон в этом потенциале излучает электромагнитные волны вот с такими вот частотами, то интенсивность излучаемых волн будет пропорциональна квадрату модуля вот этого икса. Ну, на самом деле, надо взять, я даже это покажу чуть попозже, надо взять нормальную формулу для дипольного электрического излучения, там будет там d с двумя точками в квадрате в нее входить, но вот это d тоже будет дипольный момент перехода из начального состояния в конечное, две точки дадут омегу в квадрате, но останется все равно квадрат модуля вот этой штуки. То есть квадрат модуля элемента координаты для перехода из одного состояния в другое дает после домножения на всякие прочие множители, дает интенсивность спектральной линии, дает вероятность перехода вот этого в единицу времени. Вот. Дальше. Какие есть свойства, скажем, у гармоник в классической механике? Ну, поскольку сама величина x действительная, то x от t должно равняться x от t комплексно сопряженному, откуда следует, что x минус l равняется x l сопряженному. Ну, когда мы заменяем L на минус L, это все равно, как если мы в таком подходе переставляем начальное и конечное состояние. Поэтому аналогом этой формулы вот здесь, на стороне новой квантовой механики, будет то, что xn n' равняется xn' n сопряженное. Так? Дальше что? Ну, производную по времени, давайте, опять же, классическая формула как выглядит. X точкой от t. Это будет тоже ряд Фурье, очень просто. Мы берем, просто дифференцируем. Это будет сумма по гармоникам. Вот минус и L омега. Омега – это классическая частота движения на XL. Ну, и на E в степени минус и L омега t. Так? Значит, что будет
эквивалентом вот этой классической формулы в, вот здесь, в квантовой механике. А то, что у величины x точкой, у скорости, соответствующий элемент, матричный элемент перехода из состояния n в состояние n', это будет просто, опять же, минус i омега, правильная омега, вот такая квантовая, для перехода из n в n' на x для перехода из n в n'. Значит, правило, как такую вот физическую величину в вот таком вот представлении, в матричном на самом деле, хотя в первой статье Хайзенберга это слово не встречалось, надо дифференцировать по времени. Ну и, наконец, в каком-то смысле центральный элемент всей этой таблицы соответствие, как перемножать две физические величины друг на друга. Допустим, у нас есть две какие-то физические величины, которые описывают вот одну и ту же нашу систему. Они обе периодичны, и дальше мы должны просто перемножить два ряда Фурье. То есть мы должны написать что-нибудь типа x от t на y от t, написать в виде суммы там по L и L' от xl yl' на e в степени минус и l плюс l' омега t. Вот так вот. Значит, это, естественно, в каком порядке их перемножать несущественно, это обычные классические функции времени. Вот. Ну вот как можно придумать какой-нибудь аналог такой операции умножения для квантовых величин? Здесь вот стоит сумма L плюс L', что, в общем-то, никуда не годится. И фактически единственный такой логичный способ обобщить классическое умножение на квантовый случай как раз придумал Хайзенберг, и состоит он в том, что соответствующему элементу вот этого ряда будет сопоставляться величина x, y, для перехода из n в n', вот такая вот. То есть вот это вот новая величина. Есть две физических величины, x и y. Это есть их произведение. Значит, она будет осциллировать как? Как зависеть от времени? Как e в степени минус и омега для перехода из n в n' на t. А вот для нее можно действительно написать формулу, допустим, сумма будет, конечно, сумма тут всегда какая-то появится, ну, по какому-нибудь n2 штриха, а здесь будет x и y. Вот я их напишу так, y будет переход из n в n2 штриха, а здесь будет переход из n2 штриха в n. И тогда действительно здесь будет стоять e в степени, лучше я даже еще это в два шага напишу. Вот это важный момент, поэтому его стоит его немножко осознать. Значит, величина x для вот такого перехода будет иметь зависимость от времени e в степени минус и омега для перехода из n2 штриха, так, 2 штриха в n. Сейчас, я уже запутался. Здесь n' было, да, значит, я не прав. Здесь n' надо писать. На t. А для y мы возьмем переход из состояния n вот в это промежуточное состояние n2 штриха. И он будет, зависимость от времени, иметь такую. Это будет переход из n в n2 штриха на t. И это фактически единственная возможность написать аналог вот этого вот произведения рядов Фурье, потому что выполняется комбинационный принцип Ритца, тот самый из спектроскопии, что омега вот такая для перехода из n в n2 штриха. Если к ней прибавить омега для перехода из n2 штриха в n', это будет в точности омега для перехода из n в n'.
ну вот в силу того, что омеги это на самом деле разности, разности спектральных термов, так? Вот, поэтому действительно вот эта экспонента, вот с этой экспонентой аккуратненько скомбинируются вот в эту экспоненту. Поэтому никакие другие, ну там, возможности как-нибудь по-другому определить это произведение, они не будут удовлетворять вот этому красивому свойству. Ну и поэтому, значит, будем считать, что вот такая квантовая физическая величина x и y, другая физическая величина, определяются вот такими какими-то таблицами, которые зависят от двух номеров уровней, начального и конечного. Ну, а для произведения, вот стало быть, ну, я могу тут просто стереть эти экспоненты, могу еще раз переписать эту формулу. Поскольку формула важная, я ее перепишу еще раз. Значит, для величины x на y, переход из n в n штрих, это будет сумма по n два штриха, здесь будет x, здесь будет y, здесь у y будет переход из n в n два штриха, промежуточное состояние, а здесь из n два штриха в n штрих, в конечное состояние. Вот. Значит, это вот, собственно, что предложил, да, статья называлась «Квантово-теоретической реинтерпретации кинематических и механических соотношений». Вот примерно так. То есть вот эта вот кинематика стала совершенно другой. Вместо того, чтобы обсуждать, как у нас x зависит от t, мы обсуждаем, что есть вот величина x, например, координата, а может импульс, а может дипольный момент, может еще чего-то, которая содержит два индекса, соответствующие начальному и конечному стационарным состояниям этой атомной системы. Ну, к чему это все конкретно привело, я сейчас скажу, но пока в качестве такого совсем мелкого отвлечения я просто скажу, что Хайзенберг, например, совсем не знал, что такое матрица, он этого не изучал. Поэтому то, что вот эта вот штука есть просто перемножение двух матриц, он не знал. В то время, вот в начале 20 века, матрицы и всякую вот эту линейную алгебру изучали чистые математики. И это не считалось необходимым для физиков. То есть то, что сейчас изучают, в общем-то, на первом семестре первого курса, тогда считалось какой-то такой, ну что ли, эзотерической математикой, которая совсем не необходима для для физиков, например. Ну вот, теперь, значит, ну это хорошо, то есть каждая физическая величина, допустим, соответствует матрице. Но чему соответствует, ну вот, правило квантования Бора-Зоммерфельда, которое было в старой квантовой теории, которая как раз позволяла найти энергии стационарных состояний. Ну, давайте попробуем посмотреть. Вот тут нужно один раз проявить догадку, один раз воспользоваться вот тем, чем так мастерски пользовался Крамер много раз. Здесь это достаточно сделать раз и навсегда. Значит, правило квантования Бора-Зоммерфельда, ну вот мы смотрим одномерный случай для простоты, оно, значит, выглядит так. Это m на интеграл x с точкой в квадрате dt по периоду равняется 2πhn. Хорошо, давайте я сейчас пока вот в классике или в старой квантовой теории, что то же самое в смысле движения частицы по орбите в стационарном состоянии не совпадают, я сейчас это все напишу. Я вот этот x с точкой в квадрате напишу, ну, просто для удобства, как x с точкой умножить на x с точкой комплексно сопряженное. Тогда, значит, это что будет? Это будет m на сумму по l и l штрих по двум вот этим самым гармоникам. Значит, здесь будет стоять x l x L штрих сопряженная. Я одного из них взял сопряженную. Теперь дифференцирование по времени мне дало минус и L
омега на И'' омега. Это я из точки в первом сомножителе добыл, это я добыл из точки во втором сомножителе. И остался интеграл от e в степени минус и l минус l' омега t dt. Ну, этот интеграл равен нулю, если l' не равно l. То есть здесь во всей этой сумме выживают только диагональные элементы. И, значит, получается что? Получается, что-то есть 2π, это вот интеграл, когда он не ноль, 2π, так, на m, которая здесь всегда была, на сумму по l, уже однократную, l квадрат омега квадрат, xl по модулю в квадрате. И все это равно, я напоминаю, 2π hn по правилу квантования старой квантовой теории. Ну хорошо, то есть вот это некая выкладка, которая пока находится вся исключительно в рамках старой квантовой теории. Ну, 2π здесь можно сократить, чтобы было проще. И теперь я еще возьму и левую и правую часть, продифференцирую по n. Что получится? Получится m сумма по l. Здесь будет стоять d по dn от l квадрат на, ну, вот на все, что тут дальше написано. Сейчас, прошу прощения, я уже ошибся. Здесь l, омега действительно было в квадрате, но вот из этого интеграла возникло 2π, деленное на омега, потому что, ну, понятно почему, так? То есть период равен 2π на омега, поэтому здесь уже квадрата нет. Ну вот. А теперь, чтобы применить вот такие вот правила соответствия, я одно L напишу вот здесь вот снаружи, а второе L напишу вот здесь вот внутри. Пока мы работаем в рамках классической механики или старой квантовой теории, это все совершенно все равно. Значит, здесь будет омега, и здесь будет модуль XL в квадрате. И это должно быть равно H. Это производная по n, по главному квантовому числу. Ну и теперь вот, значит, единственный момент, где надо проявить находчивость, это превратить вот это классическую формулу, ну или формулу старой квантовой теории, в некую формулу новой квантовой механики, которая, значит, должна выглядеть так. Она должна выглядеть так, что это будет m на сумму по l. Вот этот l омега превратится в квантовую частоту переходов какую-то. Этот l dpdn даст разность двух членов. Ну и, в общем, как я уже сегодня повторял, раз 10 совершенно однозначного способа применять такие вот правила замены этого на этого не существует, но логичным способом выглядит такой. Значит, можно написать, что это будет омега, какая омега, для перехода, скажем, из состояния n плюс l в состояние n и матричный элемент x такой же из n плюс l в n по модулю в квадрате. Минус второй член, в котором будет наоборот, будет переход из n в n минус l. То есть омега n в n минус l, модуль x из n в n минус l по модулю в квадрате. Вот такая вот сумма равняется h. Но действительно, то есть вот эта разность, она соответствует вот этому l до pdn. Здесь в первом члене все сдвинуто на плюс l по сравнению вот с этим вторым членом. То есть действительно в пределе, ну, вот, больших квантовых чисел выполняется принцип соответствия. Вот эта формула действительно превращается вот в эту формулу. То есть эквивалентом, ну вот, правила квантования Бора-Зоммерфельда становится
Вот такая вот формула, которая является, ну, собственно, основным постулатом этой самой новой квантовой механики Хайзенберга. Ну, можно эту формулу переписать, если хочется. Можно ее переписать так. Можно разделить сумму на сумму по L от минус до плюс бесконечности, можно разделить на положительные L и отрицательные L. И переписать ее, скажем так, ну, иногда это может быть удобно. Можно тогда каждый член будет встречаться два раза, либо отсюда, либо отсюда. Поэтому, чтобы вот не писать один и тот же член дважды, это можно написать как 2n, а здесь будет сумма по n штрих больше n, и будет сумма по n штрих меньше n. Сумма по n штрих больше n будет, значит, омега для перехода из высокого состояния n штрих в более низкое состояние n, модуль x такого же перехода из n штрих в n по модулю в квадрате. И минус вторая сумма. Это будет сумма по более низколежащим состояниям, n штрих меньше n. Омега для перехода теперь из n в n штрих. И модуль x для перехода из n в n штрих по модулю в квадрате. Вот это равно a. Это одна и та же формула, я просто переписал. То есть здесь я n плюс l назвал n штрихом в той части членов, где l больше нуля, ну и так далее. В общем, это просто переобозначение. Значит, эта формула объявлялась, ну что ли, неким постулатом квантовой теории. И она, в общем, была очень похожа. В этом смысле вот она была получена точно теми же методами, как вот Крамерс, позднее Крамерс с посильным участием Хайзенберга действовали в формуле, в теории дисперсии. Ну, давайте еще вот чуть-чуть посмотрим, как это все связано с фактами, известными из теории дисперсии. Так, где бы мне раздобыть место здесь, что ли? Значит, давайте посмотрим, как это все связано с коэффициентами Эйнштейна для, ну, там, спонтанного и вынужденного излучения, а также поглощения. В классике, опять же, начинаем все с классики, пока что нет никакого выбора. Интенсивность излучения L-той гармоники будет какая? Интенсивность излучения L-той гармоники, когда вот там частица колеблется с частотой омега, но излучает она не только частоту омега, но и частоту L омега гармоники. Это будет, соответственно, 2 на 3 c куб. А здесь будет d с двумя точками в квадрате. D с двумя точками, из которого вычленена только L-тая гармоника. Ну, поэтому я это напишу. Поскольку d с двумя точками это будет L омега в квадрате, но поскольку оно в квадрате, это будет еще и в четвертой. А дальше здесь будет стоять такая вещь, как модуль x L умножить на 2 косинуса L омега t, прошу прощения, конечно, L омега t по модулю в квадрате. Почему 2 косинуса? Ну, понятно, почему. Это я просто объединил вот в этом x от L, объединил члены с L и член с минус L. Тогда вот такая экспонента и экспонента с противоположным знаком дала удвоенный косинус. И это надо усреднить по времени. И тогда, ну, косинус квадрат, усредненный по времени, дает 1 вторую. Это будет, соответственно, 4 на 3... Да, e квадрат я забыл написать. E квадрат, конечно, надо написать. На 3 c куб. Ну, а дальше, собственно, больше ничего не меняется. L омега в четвертой. А вот здесь остается просто XL по модулю в квадрате. С другой стороны,
это интенсивность, то есть это энергия, излученная в единицу времени. Она должна равняться чему? Она должна равняться коэффициенту Эйнштейна для спонтанного излучения, для перехода из состояния n в состояние n минус l. L-тая гармоника, значит, мы на l скакнули вниз, умноженная на ту h омега, ту энергию, которую мы излучили за один раз, опять же, переходя из n в n минус l. А эту штуку надо превратить в что-то квантовое, везде тут заменив, ну вот, классические величины, не имеющие смысла в новой теории, на квантовые. То есть это надо написать как 4e квадрат на 3c куб на омега для перехода из состояния n в состояние n минус l в четвертой на модуль x для перехода из состояния в n в состояние n минус l в квадрате. Значит, вот это равно вот этому. Ну и отсюда что следует? Отсюда следует, что коэффициент Эйнштейна для перехода из n уровня в n минус l уровень, а я n минус l назову сразу буквой n', для перехода из n в n', будет, стало быть, что? Это будет вот 4e квадрат на 3c куб, это самое, которое тут уже было. Теперь сюда h надо еще приписать, 3hc куб. Это вот этот h. Здесь будет омега для перехода из n в n', оно уже будет в кубе. Это вот эта штука была, соответствовала омеге в четвертой, но на одну омегу я поделил. Ну, а здесь будет стоять квадрат модуля матричного элемента координаты для перехода из n в n'. Вот, значит, я напоминаю, ежели кто забыл, коэффициент Эйнштейна А для спонтанного излучения – это вероятность того, что этот атом или эта микросистема, вообще неважно какая, в единицу времени излучит, ну вот, совершит переход в более низколежащее энергетическое состояние. А с другой стороны, когда мы обсуждали теорию дисперсии, мы видели, что вот это то, что называется силой осциллятора для перехода из n в n' состояние, когда мы атом мысленно заменяли на вот этот самый, как говорилось тогда, виртуальный оркестр осцилляторов с разными частотами. Она пропорциональна вот этому а для перехода из n в n'. Я сейчас не выписываю коэффициент, но оно равняется, вот эта сила осциллятора, равняется 2m на h омега уже в первой степени из n в n' на вот тот же самый модуль x из n в n' по модулю в квадрате. Ну, а тогда замечательно, что получается? Получается, что у нас есть вот это вот, постулированная Хайзенбергом основная формула квантовой механики, ее можно переписать через F, через силы осцилляторов. И тогда она выглядит, принимает знакомый вид. Это будет сумма по n' большим n, F перехода из n' в n, минус сумма по n' меньшим n, сил осцилляторов для перехода из n в более низколежащее состояние n' равно единице. То есть вот это вот, этот постулат новой квантовой механики, он на самом деле есть не что иное, как правило сумм Томаса Куна, иногда говорят Томаса Райхе Куна, для сил осцилляторов. И, кстати говоря, здесь видно, что он таки получается вот с учетом обоих этих членов. То есть нужна не только первая сумма, но и вторая сумма, которую туда добавил Крамерс. Ну вот. Значит, дальше, после вот всех этих таких общих рассуждений, у Хайзенберга
идет рассмотрение гармонического осциллятора и слабоангармонического осциллятора в первом порядке теории возмущений. Но оно на самом деле написано совсем без деталей, то есть там приведены ответы фактически. Ответы правильные, кстати, там в этой статье Хайзенберга. Все правильно, но далеко не все понятно. Как он получил эти ответы, он на самом деле нигде не написал. А более такой, что ли, какое-то такое описание этой новой теории, которую уже могли понять нормальные люди, появилось только в следующей статье, в статье Борна и Юрдена. Ну и в еще гораздо большей степени в статье всех трех авторов вместе взятых. Значит, эта статья – это... была послана, по крайней мере, в июле 25 года, летом. Статья, следующая статья Борна Юрдена, где все это было как-то приведено в человеческий вид и написано так, что действительно читатель мог понять, что же там содержится. Это была осень, что-то сентябрь или октябрь 25 года. И последняя действительно замечательная статья всех трех авторов вместе взятых, она так и называется, статья трех авторов. Это ее собственное название. Ее так и называли, Драйман и Норбайт, статья трех человек. Вот. Она появилась в ноябре 25 года. То есть это все, вот это первоначальное развитие новой и уже теперь правильной квантовой механики происходило в течение, в общем-то, нескольких месяцев. Вот первой догадки Хайзенберга на острове Гельголанд до последовательного, практически такого, как в учебнике можно найти изложение в статье трех авторов в ноябре. Значит, Макс Борн. Ну, я несколько слов про него тогда скажу, следуя нашей традиции приводить какие-то биографические детали. Значит, он сыграл важную роль, ну вот, естественно, в создании квантовой механики. Родился он в 1882 году, то есть это, в общем-то, представитель старшего поколения, в Бреслау. Бреслау – это теперь Вроцлав на территории Польши. Отец у него был профессор анатомии. В гимназии он уже увлекался физикой и математикой. И в 1901 году поступил в университет все того же самого Бреслау по специальности математика и астрономия. Значит, учился он что-то в куче разных мест, везде понедолгу. Тогда, в общем, было достаточно модно ездить из одного университета в другой, где там какой-нибудь интересный профессор читает лекции, туда и едут студенты послушать этого профессора. Поэтому вот уже в следующем году, в 1902, он поехал в университет Хайдельберга, и там подружился с Франком, вот тот самый, которого под Франка Герца, которого он, собственно, потом притащил вместе с собой в Геттинген. Вот подружились они еще там. Ну, Франк экспериментатор, причем хороший экспериментатор. А в еще следующем году, в 1903, он сначала поехал в Швейцарию, в Цюрихский политехникум. Но потом в том же году на осенний семестр поехал в Геттинген, который был, в общем-то, ну, скажем так, германской, да и мировой столицей математики. В Геттингене он слушал лекции Гильберта, Минковского, очень известных математиков. Гильберт его сделал своим ассистентом. Но ассистент – это, в общем, не совсем то, что сейчас ассистент, там, который занимается там, преподаванием. Главная обязанность ассистента Гильберта состояла в том, чтобы сидеть на лекциях Гильберта вместе со студентами и тщательно записывать лекции, чтобы потом вот этот конспект как-то размножить, может быть, предполагалось какие-то из них переделать в книге. Ну, в общем, должна быть запись лекций. Ну и там он
занимался, чем он там занимался? Ну, математикой, вот слушал лекции всяких математиков знаменитых, и очень увлекся теорией относительности. Это было, ну вот как раз уже после 1905 года, значит, тут приехал он туда в 1903 году, в 1905 появилась теория относительности, которая очень заинтересовала Макса Борна. Он вступил в переписку с Эйнштейном, позже он с ним познакомился и подружился лично, но это было немножко позже. А в 1907 году он защитил диссертацию. Защита диссертации – это в каком-то смысле, ну, уже окончание университета. То есть там такое правильное окончание университета состояло в том, чтобы защитить PhD, аналог кандидатской диссертации. Диссертация эта была по теории упругости. Вполне такая математическая дисциплина. Настоял на этом Кляйн, верховный, что ли, математик в Гёттингене того времени. Хотя Борн-то хотел заниматься теорией относительности, но Кляйн это не считал как-то еще пока достойным объектом для того, чтобы писать на эту тему диссертации. Ну, поэтому они немножко, несколько испортились у них отношения. И в результате там надо было сдавать второй экзамен, кроме основного по главной своей специальности, еще какой-то. Логично было бы сдавать экзамен по математике Кляйну. Но Борн этого сдачи несколько побаивался. Я вспомню, что у него вторая специальность была астрономия. Сдавал в качестве дополнительного кандидатского экзамена астрономию Шварцшильду, который в это время был тоже там директором обсерватории и вообще главным астрономом в Гёттингене. Значит, Шварцшильд у него спросил на экзамене: «Что вы делаете, когда видите падающую звезду?» На что, естественно, Макс Борн знал правильный ответ, что я замечаю время, замечаю, в каком созвездии начался след этой падающей звезды, и пытаюсь оценить элементы траектории этого метеорита, который врезался в земную атмосферу. Это он все знал, но вместо этого он, честно сказал, загадываю желание. Значит, тем не менее, Шварцшильд этот экзамен принял. Значит, потом он уехал в Кембридж на короткое время, на полгода. Там еще слушал лекции Томпсона, Лармора, электродинамикой всякой изучал тоже, которую не очень тогда преподавали в Германии. Но в 1908 году он вернулся обратно в Гёттинген уже как помощник Минковского. Минковский, впрочем, в начале следующего же года умер. Довольно молодым и неожиданно. Макс Борн там стал приват-доцентом и с фон Карманом совместно занялся теорией кристаллической решетки твердых тел. Это я вам уже говорил. На самом деле они все сделали настолько блестяще, что соответствующая глава в учебниках физики твердого тела, в общем-то, практически не отличается от того, что написали Борн и фон Карман вот в 1908 и нескольких следующих годах. Потом он поехал в Берлин, ну то есть как каждый ученый в Германии того времени мечтал занять позицию профессора. Там, значит, освободилась какая-то вакансия на должность экстраординарного профессора, это такой профессор второго сорта. И приехал он туда в 2014 году, но после этого сразу началась Первая мировая война, и тогда многие физики занимались прикладными работами военного значения. В частности, Борн занимался на самом деле очень разумной задачей — определением положения пушки противника по моментам прихода акустического сигнала в несколько пунктов. Ну, то есть фактически ГПС
как вот GPS-приемник определяет координаты по моментам прихода сигналов с трех спутников, ну а тут то же самое, только наоборот, надо в трех разных точках на местности с очень хорошо синхронизованными часами измерить, когда они услышали звук выстрела пушки, и по этим уравнениям можно найти координаты этой самой пушки и потом ее, соответственно, подбить своей артиллерией. Ну ладно. Но тогда же в Берлине он как раз подружился с Эйнштейном. Да, я забыл сказать, это уже почти само собой разумеется, что все вот эти германские профессора очень сильно увлекались музыкой. В частности, Макс Борн играл на рояле, и они часто играли музыку вместе с Эйнштейном. Эйнштейн на скрипке, Борн на рояле. Потом в 19 году он поехал во Франкфурт уже ординарным профессором. Там, кроме теоретической физики, была некая лаборатория, где занимались и экспериментальной физикой, и его ассистентом Борна вот, по части эксперимента там был Штерн. Тот самый, который Штерна-Герлаха эксперимент поставил как раз там во Франкфурте. Вот. Ну и, наконец, после всей вот этой чехарды с переездами с места на место, в 21-м году он уже окончательно приехал в Гёттинг, но тем не менее на долгое время приехал в Гёттинген, где сменил Дебая в должности директора физического института. И там он создал уже такую мощную школу, которая была одним из центров создания квантовой механики. То есть, как я уже говорил, вообще-то этих центров было фактически три. Это Зоммерфельд в Мюнхене, Борн в Гёттингене и Нильс Бор в Копенгагене. Ну вот. И, в общем, список его ассистентов разное время, там, последовательно друг за другом бывших у него в Гёттингене, очень впечатляет. Это Паули, Хайзенберг, Йордан, Хунд, еще несколько молодых людей там попозже. Ну, потом, после прихода нацистов к власти в Германии, в 1933 году ему пришлось эмигрировать. Там тоже в нескольких разных местах он был, но самый большой период в Эдинбурге, в Шотландии. В Шотландии он много лет был профессором, но потом, выйдя на пенсию, вернулся обратно в Германию. Ну ладно, это все нас уже не касается, более поздние времена. А вот что понял Борн, прочитав статью Хайзенберга, это он понял, что вот это вот правило есть не что иное, как перемножение матриц. Потому что Борн-то, как образованный математик, параматрицы вполне даже знал. И более того, использовал их в работах по динамике кристаллической решетки твердых тел. Поэтому ему, естественно, сразу же захотелось переписать всю эту теорию Хайзенберга в более понятных, более последовательных обозначениях, чтобы ее действительно можно было как-то так это воспринимать и решать с ее помощью разнообразные задачи. Однажды он встретил Паули, в поезде откуда-то куда-то вместе, и предложил ему совместно поработать вот над переписыванием идей Хайзенберга на более каком-то таком систематическом и понятном математическом языке, на что Паули решительно отказался, сказав, что я знаю, что вам нравятся сложные трудоемкие вычисления, но этим вы только испортите физические идеи Хайзенберга. Такое было у Паули мнение. Но тогда у него, в смысле у Борна, был такой студент Йордан, который был довольно подкован в области математики, в частности, теорию матриц он знал, поскольку помогал Куранту в подготовке к изданию этого толстенного талмуда «Гильберт и Курант. Методы математической физики» в двух томах. Он до сих пор в библиотеках встречается, это толстая книжка. Ну и поэтому он стал с автором Борна вот по
дальнейшей разработки квантовой механики, и это было очень плодотворно. То есть, так, кажется, я стер нужную формулу, а зря. Ну ладно, придется мне ее еще раз переписать. Значит, Бор заметил следующую вещь, что вот этот вот, это главная в каком-то смысле формула, постулат квантовой механики по Хайзенбергу, выглядел так, что это m на сумму по n' омега перехода из n' в n x, я сейчас нарочно напишу, квадрат модуля напишу в виде произведения, nn'xn'n. Это я квадрат модуля так написал. Поскольку одна из этих величин комплексно сопряжена к другой, то, значит, вместо квадрата модуля можно написать вот так. Это немножко... И здесь есть второй член, минус омега. N'n наоборот. А эти можно написать так же. Фактически то же самое. N'nxn'n'. Вот это равняется h. Хорошо. Вот эту омегу можно спрятать внутрь какого-то вот этого x, если вместо x написать x точкой. То есть эту формулу можно переписать как i m на сумму по n'. Здесь будет, стало быть, x точкой n n' x n' n минус x n n' x точкой n'n равно h. Ну, а теперь x точкой умножить на m – это импульс, и поэтому на самом деле эта вот формула Хайзенберга на самом деле представляет собой совсем простую вещь. Она представляет собой следующую формулу. P на x минус x на p nn, диагональный матричный элемент вот такой матрицы, которая есть коммутатор, импульсы и координаты, есть, стало быть, минус и h. Вот. Значит, Борн заметил, что вот эту достаточно длинную формулу Хайзенберга можно переписать вот в таком заметно более коротком виде, и ему подумалось, что, а может быть, вообще вот эта матрица единичная, ну, диагональная в том смысле, то есть по диагонали у нее минус h стоят, а не диагональные элементы вообще равны нулю. Но доказать этого он не смог сходу, поэтому он предложил Йордану подумать, как бы это можно было доказать. И Йордан буквально за там, пару дней с этой задачей блестяще справился. Значит, вот эту формулу про коммутатор P с X, самую такую знаменитую, действительно впервые написал Борн, но доказал Йордан. Эта формула написана на могиле Борна в Геттингене. Вот. Так вот, значит, как рассуждал Йордан? Йордан рассуждал так. По уравнению движения P с точкой – это сила, которая зависит от X. Поэтому давайте посчитаем производную по времени от вот этого самого коммутатора, от px минус xp. Что это такое будет? Это, ну, давайте дифференцировать. Значит, это будет p с точкой на x плюс p на x с точкой минус x с точкой на p минус x на p с точкой. Значит, это будет f от x на x плюс p квадрат на m, потому что x точка это p, деленное на m, минус p квадрат на m минус x на f от x. Это сократилось. Это тоже сократилось, поскольку здесь стоит функция от матрицы x умножить на ту же самую матрицу x. То есть эти две матрицы точно коммутируют друг с другом. Поэтому производная по времени вот от такой вот величины px минус xp равна нулю. Недиагональные элементы любой
вот этой матрицы, представляющей собой физическую величину, должна зависеть от времени. Они должны зависеть от времени, как е в степени минус и омега n, n't, если n' не равно n. А вот у этой величины от времени ничего не зависит. Поэтому эти недиагональные элементы этой матрицы равны нулю. А есть только диагональные, которые равны минус h. Поэтому, значит, окончательный вывод из этого состоит в том, что коммутатор p с x равен минус и h. Вот таким образом, значит, Борн угадал, а Йордан подтвердил вычислением то, что не только диагональные матричные элементы этой матрицы равны вот этому, но и не диагональные равны нулю. Дальше опять же, ну я, может быть, немножко излишне подчеркиваю, но в том, что делалось дальше, на самом деле основную часть вычислений проводил Йордан. Молодой студент по образованию, больше математик, чем физик. То есть Борну принадлежала, ну вот постановка задачи, Борну принадлежала догадка, что, наверное, эта штука есть единичная матрица. Ну, а подробное вычисление, в общем-то, больше принадлежат Йордану. И они там получили в этой статье, опубликованной в октябре, целый ряд, в общем-то, теперь общеизвестных формул. Я их, пожалуй, несколько напишу, просто чтобы знать, что люди в 25-м году уже вполне хорошо знали. Значит, коммутатор, скажем, P с любой функцией от x равняется минус и h на f' от x. Так? Наоборот, коммутатор x с любой функцией от p равен и h на f' от p. Теперь, значит, p с точкой. P с точкой по уравнению Гамильтона это минус dh pd x. Но, воспользовавшись вот этой формулой, это мы можем переписать как и на h на коммутатор гамильтониана с p. Точно так же x точкой. По уравнению Гамильтона это плюс dh по dp. А воспользовавшись вот этой формулой, мы увидим, что это и на h на коммутатор h с x. Вот эти две формулы уже как-то что-то такое подсказывают. И что для любой функции f от координаты импульсов f с точкой должно быть равно и на h на коммутатор гамильтониана с f. На самом деле это и вывести можно. То есть если считать, что функция f есть, ну, многочлен, ну или ряд, неважно, бесконечный ряд тоже можно, построенный вот из p и x, то дальше, ну там, дифференцируя его аккуратно, можно показать, что вот эти коммутаторы, что все члены в этой f с точкой будут даваться вот этими соответствующими коммутаторами. То есть вот это, вообще-то говоря, называется уравнением движения Хайзенберга для оператора f. Но в статье Хайзенберга его не было. Оно появилось в статье Борна-Йордана. Немножко парадоксальная ситуация. Ну, а отсюда что следует? Вот из этого уравнения движения для оператора f. Если мы возьмем матричный элемент, то мы получим, что матричный элемент этого f с точкой из состояния n в состояние n' будет какой? Это будет... Ну, вот это самое и на h. А теперь hf минус fh. H – диагональная матрица. Да, значит, может быть, это стоит сказать. Вот то, что построили Хайзенберг, Борн и Йордан в 25-м году, если это характеризовать, ну, на современном языке,
это квантовая механика в энергетическом представлении, то есть когда базисными векторами являются стационарные состояния с определенными энергиями, и в одновременно в том, что называется в картине Хайзенберга, то есть когда от времени зависят операторы, зависят от времени вот по вот этому вот уравнению движения для операторов. Ну, значит, H матрица диагональная, поэтому здесь H будет какое? N' N', никакого другого нет, а здесь будет F N' N. Минус наоборот, F N' N, а здесь будет H NN. Опять же, поскольку у H нет ни диагональных матричных элементов, это будут единственные члены вот в этих произведениях матриц. То есть, иными словами, это будет что? Это будет минус и омега для перехода из состояния N в состояние N' на матричный элемент F из перехода в N в N'. Ровно то, что говорил Хайзенберг, то есть вот для любой величины F ее диагональные матричные элементы не зависят от времени, а не диагональные зависят от времени вот с, вот частотой, с квантовой частотой, соответствующей вот этому переходу. Ну, отсюда, в частности, следует, что H точкой равно нулю сохранения энергии. И вообще в этой в квантовой механике законы сохранения выглядят гораздо проще и выводятся гораздо проще. То есть любая величина, которая коммутирует с H, она и сохраняется. То есть вот этот вот, в общем-то, такой стандартный джентльменский набор правил работы с физическими величинами в квантовой механике был как раз получен впервые вот в работе Борна-Йордана в октябре 25 года. Дальше они подробно рассмотрели линейный осциллятор. Это я не буду делать, потому что на самом деле то, что они сделали для линейного осциллятора, практически один к одному все это рассуждение написано в третьем томе Ландау-Лившица без малейших изменений. То есть потом позже появилась идея ввести повышающие и понижающие операторы А и окрест, которые делают рассмотрение осциллятора еще проще. Но как раз почему-то, я уж не знаю почему, но в Ландау-Лившица вот такой алгебраический вывод спектра гармонического осциллятора в точности следует рассуждениям из статьи Борна-Йордана. Вот. Так что эту выкладку я писать не буду, это писание формул на доске занимает много времени. Но еще там было очень кратенько, так предварительно обсуждено квантование электромагнитного поля. Вот откуда берется квантовая теория поля. Фактически из первых же статей по квантовой механике. То есть там уже говорились все правильные слова, что электромагнитное поле можно рассматривать как набор осцилляторов, соответствующих стоячим волнам, а каждый осциллятор квантовать вот по формулам квантовой механики. Да, кстати говоря, конечно, они первыми получили, ну, правильно получили формулу для энергии осциллятора как H омега на N плюс 1 вторая. Вот это 1 вторая была новшеством. Там некоторые люди еще во времена старой квантовой теории, да, даже Планк предлагал такую же формулу из каких-то очень смутных и непонятных соображений. Но правильный вывод того, что есть вот эта энергия нулевых колебаний, H омега пополам, он, конечно, содержится вот в этой работе Борна-Хайзенберга. Потом Хайзенберг к ним присоединился, вернувшись из походов по горам на юге Германии. Но, впрочем, они там все, без конца куда-то ездили, все три соавтора, кроме Йордана, пожалуй, что. И значительная часть вот этой большой подробной статьи Хайзенберг-Борн-Йордан, опубликованной в конце ноября, написан по переписке.
Это действительно замечательная статья, ее и сейчас можно читать с удовольствием. То есть она, в общем-то, представляет собой такой учебник квантовой механики в миниатюре. То есть там уже все существенное фактически есть. То есть там нигде не использовалось понятие состояния, только понятие наблюдаемой физической величины оператора и всякие их свойства. Так. Значит, что там, какие там достижения содержались в этой самой работе трех авторов? Ну, во-первых, там рассматривались канонические преобразования. Поскольку все авторы были большими дуками в аналитической механике, где канонические преобразования играют очень важную роль, преобразование координатом действия угол, там, например, и так далее, то, значит, естественно, возник вопрос, что такое канонические преобразования от старых координат и импульсов к новым координатам и импульсам в квантовой механике. И опять же выяснилось, что это проще, чем в классической. Значит, вот если у нас есть какие-то матрицы, скажем так, на их языке, P0 и Q0, ну я координаты уже буду Q называть, которые удовлетворяют коммутационному соотношению минус и H, то из них можно получить новые матрицы P и Q, которые тоже удовлетворяют такому же коммутационному соотношению, если P через P0 выражается вот таким вот образом, S на S минус 1, где S какая-то постоянная матрица, ну и Q точно так же через Q0 выражается вот таким же образом. Вот если выполняется это, то отсюда следует это совершенно очевидно, подставляете и видите. На самом деле Борн, по-видимому, Борн, как наиболее знающий всякую эту математику, в частности, работы Гильберта, доказал, что и обратное верно, что если у нас есть вот такие операторы и вот такие операторы, они и те, и другие удовлетворяют этим соотношениям, то P и Q через P0 и K0 обязаны выражаться вот так. S – некая матрица, описывающая это каноническое преобразование. Ну и поэтому, как ставится задача? Как ставится задача нахождения энергетического спектра квантовой системы? То есть, допустим, у нас есть какой-то гамильтониан H от P0 и Q0, который не диагонален, не является диагональной матрицей. Если он является диагональной матрицей, то задача уже решена. По диагонали написаны энергии. Но если он не является диагональной матрицей, мы хотим ее диагонализовать. То есть мы хотим, давайте я это в обратном порядке напишу. Мы хотим найти H от P и Q, который был бы диагональным, чтобы по диагонали стояли энергии стационарных состояний. H от P и Q – это что такое? Это S на H от P0, Q0 на S минус 1. Опять же, для любых там H вида ряда по P0 и Q0 эта формула, несомненно, правильная, значит, правильная для любых функций. И мы хотим, чтобы это была диагональная матрица E. То есть, если изначально у нас вот этот гамильтониан от исходных P0 и Q0 был не диагональным, ну, значит, ищите матрицу S, которая приводит ее к диагональной форме. Тоже вполне практически современная формулировка задачи о нахождении стационарных состояний. Ну а дальше они систематически построили теорию возмущений на основе этого. Ну, пожалуй, я вот эти формулы сейчас сотру, чтобы не писать внизу доски, а то это трудно. Значит, теория возмущений, первый порядок теории возмущений я просто покажу. Допустим, H равняется H0 плюс там лямбда H1, плюс следующие более высокие члены по лямбда. Лямбда – это наш малый параметр. Для H0 задача уже решена. H0 – диагональная матрица. H1 – не диагональная, поэтому для полного H задача не решена. Будем искать вот такое вот каноническое преобразование, с матрицей S, которая близка к единичной. То есть это будет единица плюс лямбда S1.
плюс и так далее. Соответственно, S минус 1 это будет единица минус лямбда S1 плюс и так далее. Они и более высокие порядки рассматривали, но просто я показываю, как выглядят вычисления в их теории возмущений на примере первого порядка. А тогда, значит, что у нас будет? У нас будет единица плюс лямбда S1, ну ладно, плюс и так далее, на H0 плюс лямбда H1, плюс и так далее, на единица минус лямбда S1, плюс и так далее. Это будет диагональная матрица E0 плюс лямбда Е1 плюс и так далее. Мы хотим, чтобы и Е0, и Е1 были диагональными матрицами. То есть мы хотим найти С1, чтобы вся эта часть превращалась в диагональную матрицу. Ну, тогда, значит, при лямбда в нулевой степени это тривиально удовлетворяется. H0 – это и так есть диагональная матрица Е0, невозмущенная наша система. А вот при лямбда в первой, приравнивая коэффициенты, мы, соответственно, получим что? Мы получим, вот если я вот отсюда возьму, получим H1. Если я отсюда возьму, получим плюс S1 H0, ну, отсюда минус H0 S1. И все это должно равняться диагональной матрице E1. Формула первого порядка теории возмущений. Теперь, значит, от нее можно взять диагональные матричные элементы и недиагональные. Если я возьму диагональный матричный элемент, диагональный, то я что получу? Я получу H1NN плюс S1 на H0. H0 у нас уже и так диагональный, значит, здесь будет NN стоять. А в S1, значит, придется взять тоже NN. Так? Такой матричный элемент. Единственный будет в этом произведении матриц. Минус, наоборот, опять же, H0 NN на S1 NN. И все это равняется E1N. Эти два члена благополучно сократились. И значит, мы получили широко известную, еще из классики, и в квантовой механике тоже справедливую формулу, что первая поправка к энергиям стационарных состояний – это есть H1NN, диагональный матричный элемент возмущения. Если мы возьмем N' не равно N, не диагональный матричный элемент той же формулы, то мы получим что? Мы получим, справа мы получим 0. Матрица E1 у нас по определению должна быть диагональна. А слева мы получим что? Ну, мы получим H1 из состояния N в состояние N' плюс S1 H0. А H0, значит, мы что? У нас справа индекс N, слева индекс тоже N, потому что H0 диагональная матрица. И минус, минус наоборот, H0 на S1. Значит, здесь у нас стоит N', значит, и здесь должно стоять N'. Единственная возможность – H0 диагональная матрица. А в S1, стало быть, будет N'N. Вот. Отсюда можно найти элементы матрицы S1. Для перехода из состояния N в состояние N'. Это будет что? Это будет H1 из N в N' делить на разность энергий E0. Так, сейчас мне надо в знаке не ошибиться. E0. Значит, E0 N' минус E0N, если я не перепутал. Знакомая формула первого порядка теории возмущений. Так? Ну вот. Отсюда можно находить первые поправки к
оператором физических величин. Ну, например, координаты. Например, если... Ну, давайте я здесь напишу. Если Q написать в виде Q0 плюс лямбда Q1 плюс и так далее, то вот этот Q1 это будет S1 Q0 минус Q0 S1. Эта формула это фактически предельный случай формулы дисперсии Крамерса, когда частота стремится к нулю. То есть это статическая поляризуемость атома. Когда у нас на атом, например, действует независящее от времени электрическое поле, то у атома возникает дипольный момент, который тоже не зависит от времени. Величина этого дипольного момента, ну, дается вот, вот этой вот формулой, где вот S1 – это вот такая вот матрица. Чтобы получить полную формулу Крамерса, когда электрическое поле, действующее на атом, гармонически зависит от времени, но уже нужна нестационарная теория возмущений, которая тоже ну, позже, не в этой работе, была сделана. То есть была, формула Крамерса была перевыведена из уже окончательной квантовой механики. Ладно, это была вот теория возмущений, которая, кстати, резко упростила ну, вот то, что Хайзенберг делал в первой статье очень сложным образом. Сейчас ангармонический осциллятор стало делать при помощи вот этих формул, можно, в общем-то, за несколько строчек вычисления, практически как сейчас. Это все практически как сейчас делается на занятиях по квантовой механике. Ну, может быть, тут чуть более такие, более матричные обозначения, вот эта матрица S1 там в этом, но по существу это ровно те же самые формулы. Дальше, в следующем разделе этой их статьи, я уже не буду писать никаких формул, они построили полную и, опять же, выглядящую исключительно современно, в точности, как в любом учебнике квантовой механики, теорию углового момента. Коммутаторы разных компонент углового момента друг с другом, там, какие есть собственные значения у Z-компонента, у квадрата углового момента, все на свете. То есть там содержится, в общем-то, все. Включая правила отбора, поскольку их всегда интересовали, ну, переходы между разными атомными состояниями, то когда, при каких изменениях квантовых чисел, ну, там, L и M, возможно электрическое дипольный переход из высшележащего в нижележащее состояние. То есть они вывели, опять же, строго из квантовой механики те правила отбора, которые формулировались в старой квантовой теории при помощи всяких там вещей типа принципа соответствия, в общем, таких эвристических каких-то аргументов. Вывели они там где-то мимоходом теорему Вериала, если частица движется в поле, которое является однородной функцией координат степени n, то тогда 2 на среднюю кинетическую энергию равно n на среднюю потенциальную энергию. Это выводится совершенно элементарно, и практически этот вывод совпадает с выводом в классической механике. И что самое забавное, в этой статье трех авторов был самый последний такой параграф, как утверждается, написанный Йорданом, про квантование волнового поля, где он рассмотрел одномерное волновое поле, ну, типа вот струны, натянутая струна, по которой могут бегать волны. Если у нее концы закреплены, это стоячая волна. Каждая стоячая волна – это осциллятор. Про осциллятор они уже все знают. И поэтому, в частности, там была посчитана среднеквадратичная флуктуация энергии вот этой вот колеблющейся струны на каком-то интервальчике дельта L. Ну, струна большая и длинная, вся энергия фиксирована, а мы возьмем небольшой кусочек дельта L из этой струны и построим среднеквадратичную флуктуацию. Они воспроизвели формулу Эйнштейна, которая содержит два слагаемых. Знаменитая формула, которая содержит чисто волновое слагаемое и чисто корпускулярное слагаемое. Вот эта флуктуация энергии, есть сумма двух членов, это то, что навело Эйнштейна на мысль о квантах света когда-то давно.
А вот. Значит, потом уже не в этой работе, а где-то в начале следующего года они рассмотрели подробно нелинейный осциллятор и ротатор. Хайзенберг и Йордан в совместной статье рассмотрели аномальный Зейман-эффект, включая относительные интенсивности спектральных линий разных переходов. Некая аспирантка по имени Люси Мензинг рассмотрела на основании вот этих формул про осциллятор и ротатор вращательные и колебательные спектры молекул. То есть вот наступил некий такой период, когда действительно замечательные, высококлассные работы могли делать, ну, скажем так, даже не самого высокого уровня физики, потому что появились систематические правила, уже не надо там догадываться что-то, иметь интуицию, а надо взять и решить задачу. Так. Теперь, значит, что? Ну, у нас времени осталось мало. Ну ладно, вот тогда я вот что скажу, что можно сказать совсем кратко, и формул писать не буду. Но остался нерешенным. Самая главная задача осталась пока что нерешенной. Задача об атоме водорода, о движении электронов в кулоновском поле притяжения. Задача вот на языке этой матричной механики действительно в высшей степени нетривиальна. Ее решил Паули. То есть как раз Паули принадлежит первый последовательный квантово-механический вывод энергетического спектра атома водорода. И решил он ее, опять же, очень изящно, исключительно красивым образом, с использованием дополнительного закона сохранения. При движении частицы в кулоновском поле, кроме сохранения энергии и момента импульса, есть еще некая сохраняющаяся величина, которую называли вектором Рунге, потом вектором Рунге-Ленца, потом, обнаружившись, что этот закон сохранения знал Лаплас, стали говорить вектор Лапласа Рунге-Ленца. Но если так продолжать дальше, то его название становится безумно длинным, то есть полностью его надо было бы, вероятно, называть вектор Германа, Бернули, Лапласа, Рунге-Ленца, Гамильтона, Гиббса. Но так никто не говорит, и слава богу. Вот. Так вот, значит, есть дополнительный закон сохранения, дополнительная величина, коммутирующая с гамильтонианом. И с использованием этого закона сохранения Паули очень изящно получил спектр атома водорода в новой квантовой механике. Опять же, я не буду писать вообще этих формул, потому что все в том же третьем томе Ландау-Лившица этот вывод такой вот чисто алгебраический тоже приведен, он занимает там одну страничку. И хотя многие люди считают почему-то, что спектр атома водорода проще получить, из решая уравнение Шрёдингера, я считаю, что этот алгебраический метод на самом деле проще и короче. Другое дело, что там какие-то матричные элементы проще считать из шрёдингеровских волновых функций, к этому мы потом перейдем. А сам энергетический спектр алгебраически получается исключительно коротко и изящно. И вообще, ну, в каком-то смысле, уравнение Шрёдингера, если оно точно решается в каком-нибудь потенциале, во-первых, таких потенциалов мало, осциллятор, кулон, еще несколько. А во-вторых, практически всегда для того, чтобы оно точно решалось, есть какая-то более глубокая причина, какая-нибудь дополнительная симметрия, соответствующий дополнительный закон сохранения. А вот эта более глубокая причина того, что уравнение Шрёдингера точно решается, она является алгебраической, и ее проще увидеть в рамках вот матричной квантовой механики, чем в рамках волновой. Но, с другой стороны, я совершенно не спорю с тем, что волновая механика Шрёдингера делает очень многие другие вещи существенно более простыми, чем вот в формулировке Хайзенберга с компанией, в первой формулировке квантовой механики. Ну ладно, значит, давайте на этом считать, что на сегодня все.